Привет, это снова я. Меня зовут Сергей. Сегодня я покажу, как я буду устанавливать брызговики на передней арке своих колес в машине. Брызговики вот такие. Я купил, они универсальные. Сейчас я расскажу, почему я приобрел именно такие брызговики. Вот смотрите, раньше у меня были такие брызговики, вот эти, которые болтаются, резиновые. Их недостаток в том, что когда вы сдаете назад на неровной местности, где-то на пересеченной, и когда переднее колесо попадает при этом в какую-то ямку, он упирается колесо в него, попадает он под колесо, и просто вы его своим же колесом вот так вот обрываете, как у меня произошло с одним. Второй где-то потерялся, я думаю, таким же самым образом, я не знаю где. Я его не нашел, поэтому от таких брызговиков я решил отказаться в пользу вот таких. Опять же, сейчас возьму. Вот, в пользу вот этих вот брызговиков. Чем эти лучше? В принципе, у них тоже есть свой недостаток. Когда вы на своей машине съезжаете с бровки, и колесо уже спустилось с бровки, то можно брызговиком зацепиться за бровку, и в принципе она может тоже оборваться, он может оборваться, но так как он такой гибкий, вот я вижу, в принципе резиновый тоже, то я думаю, такого не должно произойти. У меня стоит сзади похожий, на задних арках похожие, но они более жесткие, такой то ли резины, то ли пластмассы, поэтому как бы эти немножко лучше, они мягче. Вообще, для чего нужны брызовики? Сейчас я покажу то, что происходит, когда брызовиков нет вообще. Вот видите, с колес на машину летят брызги грязной воды, когда нет брызовика. Когда брызовик становится на свое место, вот он немножко выступает за габариты машины, и все брызги попадают, попадая сюда, стекает вниз. И, в принципе, этого не должно быть. Я видел такие же самые брызговики, но они немножечко ниже. Вот такие, то есть без вот этой, без вот этого вот продолжения. И то как раз видно очень четко, что вот эти брызги по брызговику их нет, а выше они уже есть. То есть этот брызговик немножко лучше, потому что он выше. То есть он будет доставать аж вот до сюда. С ними в комплекте вот шли такие вот 6 саморезиков. Судя по всему, значит, по 3 самореза в каждый брызовик. Я на всякий случай докупил таких же самых, еще только беленьких, черных не было. Сейчас посмотрим, как мы сможем их прикрутить. А вот забыл показать, что продаются они в такой вот упаковке. Вот написано, что они универсальные. Комплект на авторынке стоит у нас 80 гривен. Вот такие вот брызговики. Для установки брызговиков я вот подкрылок откручу. Вот эти саморезики, на которых он держится. И в эти же отверстия вкручу. Ну, или эти, или новые саморезы. То есть уже вместе с брызовиком. То есть вот эту часть брызовика, вот эту вот, я заведу за подкрылок. Сейчас я покажу, как я буду делать это. Вот откручу подкрылок. И примерю сюда, видите, тут от грязи отвертка не попадает. Вот здесь отверстий хватает с головой. Не знаю, откуда их так много здесь, но отверстий много. Так, и попробуем примерить брызовичок.
съесть вот такой вот язычок. Его можно оторвать, если он лишний. Я не знаю, для чего это. Надо для дополнительного крепления, наверное. Здесь есть линия отрыва. Посмотрю, если мне не будет мешать, я его оставлю. Если будет, то придется его оторвать. Итак, как-то так. Вот он устанавливается. Вот, в принципе, и все. Здесь вот на трех саморезах, в принципе, он и будет держаться, я думаю. Сейчас я покажу, как это с другой стороны выглядит. Вот так брызгик смотрится на машине. То есть вот так вот надо будет прижать, прикрутить. Здесь вот есть такой небольшой бортик снизу. И из-за этого бортика брызгик не прилегает плотно к кузову. В принципе, если сделать вот здесь вот надрез небольшой, то он, может быть, и станет плотно, но я не хочу делать надрез, потому что я боюсь, что он треснет по этому надрезу дальше, порвется и выйдет, скажем так, придет в негодность раньше, чем это случится, если надрез не делать. Поэтому буду так крутить. Саморезы закручиваются без особых каких-то проблем. Те же отверстия, в которые были вкручены. Просто я взял новый саморез. Вот последний саморез. Здесь немножко неудобно крутить. Колесо мешает. И, видимо, не. Да, он прокручивается. Так. Видать, я не попал в отверстие, или это отверстие уже слишком большого диаметра для этого самореза. Сейчас посмотрю, что можно сделать. Эти два закрутились туго, нормально, а этот почему-то не хочет. Сейчас я посмотрю. Ну, произошло так, как я и думал. Одно из отверстий оказалось уже слишком большого диаметра в металле, и саморез в нем не держался. Там рядом было еще одно, и я вот прокрутил его в подкрылке. Сейчас попробую прикрутить заново. Ну вот, подкрылок я закрепил на три самореза. Вот один, два, три. Это отверстие я все равно вкручу в него. Один беленький саморезик. Пусть он и не держится в металле, но подкрылок с брызговиком он будет держать немного. Вот так вот. Ну что, я скажу вам, что держится это все довольно-таки надежно с этой стороны. Сейчас я покажу с другой стороны. Вот смотрите, я закрутил его на три самореза. В принципе, так как указано в инструкции, то с этой стороны он держится довольно-таки надежно. Но если потянуть его здесь, вот вам видно, он здесь отстает. В принципе, это не удивительно, он там никак не зафиксирован. Но с этой стороны, в принципе, в целом, он держится хорошо. Поэтому, здрасте. Поэтому, я думаю, отпасть он не должен. Попробую эту ситуацию немножко изменить. Вот таким вот длинненьким саморезом. Вот здесь вот. Попробую прихватить его просто брызовик с подкрылком вместе. Без крепление к кузову, то есть для более какой-то надежности. Вот смотрите, я вкрутил еще один дальний саморез. Теперь брызговик держится намного лучше. В целом теперь он держится на четырех саморезах. Один из них просто подкрылку. Вот смотрите,
теперь разница. Я дергаю за подкрылок, он с этой стороны не опускается, как в тот раз. То есть, в принципе, теперь он держится довольно-таки крепко. То есть, я думаю, зимой, когда на нем будет налипать снег, он это выдержит. Второй брызовик я прикрутил так же само, как и первый. В принципе, никаких проблем не возникло. Так же само на несколько саморезов. Один из них дальний, который просто держит брызовик и подкрылок вместе. Он держится надежно. В принципе, мне так кажется. Спасибо за просмотр. Дальше посмотрите несколько фотографий. Подписывайтесь на канал, узнайте, о чем будет следующее видео. До встречи!